Я таролог Марианна Абравитова, специально для телепрограммы ПРО. Сегодня мы поговорим о Полине Гагариной, когда она выйдет замуж, если выйдет, и за кого. Я разложила карты Таро и увидела очень интересную картину. Да, конечно, Полина Гагарина выйдет замуж. И надо сказать, что карма Полины предполагает как раз жизнь в союзе. То есть она не сможет долго находиться вне союза. Она человек, который ищет этого союза, то есть ищет партнера. И, в общем-то, находит. Потому что впереди у нее действительно семья, рождение новой семьи. И более того, в этой новой семье ее ждет деторождение. А вот за кого, конечно, фамилию, имя, отчество я вам не скажу. Но то, что показали мне карты, это человек не из шоу-бизнеса. Это человек из большого бизнеса. Это бизнесмен. Это человек, который, при том, что он зарабатывает большие деньги, все-таки очень по природе своей креативен. И Полина сейчас вышла на такой энергетический личностный уровень, что ей не интересен мужчина ниже ее стоящий на социальной ступени, на личностной, интеллектуальной ступени. Поэтому, конечно, она будет выбирать из мужчин такого высокого полета, высокого класса. У нее получится это, потому что она яркая, талантливая девушка, очень притягательная, с такой яркой женской энергией. И, в общем-то, в ближайшие годы ее ждет действительно брак.